Прям буду, знаете, как это, поле чудес. Все, я поехал дальше. Кстати, могу теперь сказать, что я шевелил батонами. Всем привет! Меня зовут Игорь Панков, и мы на канале Siberian Wellness, где я продолжаю вам рассказывать о линейке функционального питания YouGo. Сегодня на очереди наши батончики и прочие вкусняшки. Чем же наши батончики лучше всех остальных батончиков? Конечно же, своим составом. У нас натуральный состав, у нас нет вредных компонентов, которые никому не нужны. Итак, приступаем к распаковке. Будем смотреть, что же у нас тут интересного. Мне попался первым батончик Banana Mama Bar. Это батончик с витамином D2 и с кальцием, с апельсиновым соком и протеином. Протеина здесь 12 грамм, это не так мало для хорошего перекусочного батончика. Вкус идеальный. О, кальций, буквально мой любимый батончик. В составе у нас здесь протеин, кокосовая стружка и кальций. Аквамин. Кальций аквамин у нас добывается из морских водорослей с экологически чистого района Исландии. Ну что же, для тех, кто хочет поддержать свои кости в хорошем состоянии, пожалуйста, безумно вкусный. Батончик лесные ягоды с коллагеном для тех, кто хочет оставаться красивыми всегда. Посмотрите. В составе углеводов 19 грамм, пищевые волокна 22, жиры, белки 26 грамм. Это на 2 батончика. Так, что у нас есть еще? О, это наша классика. Батончик манго с протеином, натуральным манго и астаксантином, я это выговорил. Астаксантин, он поддерживает ваше сердце, поддерживает ваши сосуды в хорошем состоянии. Добывается из водорослей, так что водоросли на страже вашего здоровья. Очень вкусный батончик, как всегда, натуральный состав с замечательным вкусом манго. Кстати, у нас во всех вот этих батончиках получается от 10 до 14 грамм белка на один батончик. То есть два батончика – это хорошая, собственно, порция. Это наша вегетарианская линейка, это наши фитнес-казинаки. Протеина здесь нет также сахара. В состав в одном случае клюква, свекла, яблоко, арахис, фундук, семена тыквы. В другом случае тыква, морковь, арахис, манго и фисташка. То есть, понимаете, лишнего здесь точно ничего нет. А вкусно до безумия. Если хотите разнообразить свой рацион, пожалуйста, welcome. Так, у нас с вами карамель фундук. Это я обожаю с кофе, просто идеальный вариант. Здесь 6,2 грамм белка, но здесь присутствует еще глицин и магний. А эти вещества, как вы знаете, прекрасно вас спасут от всяких стрессовых ситуаций. Поэтому в любой ситуации you go. Смотрим, натуральный мармелад. Ребята, натуральный мармелад. В данном случае с черникой. Для поддержания вашего зрения. В чем отличие нашего мармелада от другого? Это, конечно, наличие антоцианов, это наличие фруктозы, то есть у нас нет в этих мармеладках сахара вообще, ни грамма. Это для у нас для зрения. Здесь у нас крепкий иммунитет, потому что шиповник и малина. Одна мармеладка 10 килокалорий, а максимальная порция для взрослого человека, ну, рекомендуется 4 штуки. Это дает вам вот в случае с кальцием, например, 37% суточной нормы кальция. Так, и, кстати, я достал как раз мармеладки с кальцием и витамином D3, как раз для его лучшего усвоения. Ну и, наконец, облепиха корица для тех, кто любит более пряный вкус. Кстати, детям они тоже очень-очень нравятся. Так, у нас здесь все закончилось. Ну, я думаю, знаете, для хорошего перекуса этого вполне достаточно. У нас сегодня получился интересный разговор, так что не жалейте лайки, не жалейте комментарии, обязательно напишите, о каком продукте вы хотели бы узнать поподробнее. Ну что, с вами был Игорь Панков, я желаю вам энергии и драйва, и до новых встреч!